пользу интрига сохраняется. Оба кандидата по предварительным прогнозам пока на равных. Борьба ожидается нешуточная. Последние дни и даже часы кампании кандидаты на пост президента США потратили на агитацию тех, все голоса в том штате, в котором на кону, возможно, стоит все. Так, согласно статистике, ни один кандидат от республиканцев не добивался победы на выборах, не заручившись предварительно голосами из штата Огайо. Сегодня, обращаясь к американцам, президент Обама заявил, страна идет верным путем, и он должен продолжать работу. В свою очередь, республиканец Митт Ромни упрекнул нынешнего главу государства в неспособности решать экономические проблемы. Пока есть хоть один американец, который хочет работать, но не может найти место, наше дело будет продолжаться. Пока есть семьи, которые работают все больше и больше, но все равно не могут решить свои проблемы, наше дело будет продолжаться. Пока остается хоть один ребенок, который вынужден жить в нищете, наша работа еще не окончена. Президент сказал, что безработица к сегодняшнему дню достигнет 5%. В пятницу стало ясно, что на самом деле безработица почти 8%. Это означает, что в стране сегодня на 9 миллионов рабочих мест меньше, чем он обещал. Безработица сегодня даже выше, чем в тот момент, когда Обама занял свой пост. Впрочем, часть американцев свой выбор уже успела сделать досрочно. Так во многих штатах пытаются увеличить явку избирателей. Несмотря ни на что, большинство американцев завтрашние выборы связывают с надеждой на ускорение темпа роста экономики США, которая еще не оправилась после кризиса. Сергей Герасимов, Томс Пастерс, Латвийское телевидение. 99-летняя жительница штата Флорида Рози Льюис впервые в жизни участвовала